Всем привет! Сегодня в Барселоне фестиваль света каждый год проходит. Яркое событие. Барселона наполняется огнями. Сейчас мы с вами посмотрим, как же в этом году Барселона наполнилась. И вообще, стоит ли посещать. А вот Юля уже красиво. Мне вообще все, уже шишка светится нормально, световой шоу. Все, можно, в общем, больше ничего не смотреть. Все. Галочку поставили, на световом шоу побывали. Показал здание? Нет, конечно, мы сюда не дошли. Так ты покажи. Оно издалека, знаешь, какое красиво, я уже его нафоткала. Кстати, вот точки, видишь, вот эти вот шарики, это означает, что именно здесь находится какая-то экспозиция светового шоу. Ну, здесь такая проблема, что... Вау, какой ресторан. Здесь такая проблема, что не все экспозиции шикарные, крутые, которыми можно повосхищаться. Так, ну вот уже башня Акбар начинает проявлять свое. Везде очереди, конечно. Как обычно, очень много людей здесь гуляют. Для того, чтобы хорошо ориентироваться, выдают вот такую карту, где можно смотреть, что здесь есть. Вот здесь очень много представлено экспозиции, можно погулять, посмотреть. Чтобы подняться и вообще дойти до любой экспозиции, реально нужно отстоять огромные очереди. Вот хотя бы что-то движется, но тем не менее. Да. Короче, чтобы выйти, надо еще очередь стоять. Пришли на шоу. Что-то в этом году еще хуже. Не знаю, может, организаторы другие работают, потому что вообще никакой нет организованности, да ведь? Да. Пришли посмотреть на шоу, а... Шоу-то и нет. Короче, минус. Тут для любителей очереди. Но тут фишка в том, что по городу очень много разбросано каких-то вот этих вот экспириенсов. Но чтобы до них дойти, это нужно, ну, время и так далее. А еще очередь стоять. Народу действительно очень много, и они еще закрыты. Ты, получается, не можешь их увидеть. Тебе нужно час тут отстоять, час там, и что? Ну, в итоге, ну, как бы не хватит времени, чтобы все экспириенсы отсмотреть. Либо надо быть, видимо, VIP-гостем.